Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Еще в 2019 году в благородном восточном семействе разгорелся крупный скандал. Все мировые СМИ обсуждали бегство принцессы Хаи от своего мужа эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль-Мактума. Тогда принцесса Хая бин Аль-Хусейн стала героиней скандальной светской хроники. Хая является одной из немногих восточных женщин, рискнувших бросить вызов не только могущественному мужу, но и всему Ближнему Востоку. Оказавшись в безопасности в Лондоне, она объявила Мухаммеду, что хочет развестись. Хая родилась в королевской семье Иордании в 1974 году. Она получила престижное образование, любила спорт и путешествия. Роскошное бракосочетание Хаи с шейхом Дубая Мохаммедом состоялось в 2004 году. Их семья казалась идеальной. У супругов родилось двое детей – дочь Джалила и сын Заэд. И вот спустя 15 лет брака Хая тайно сбежала от мужа, прихватив детей, фамильные драгоценности и солидную сумму денег. Судебное разбирательство, посвященное их разводу и опеке над детьми, длились долго и закончились победой принцессы. Она получила развод, право воспитывать детей, хотя шейх всячески пытался воспрепятствовать этому. Хая отсудила у Мухаммеда не только детей, но и парочку его миллиардов, а также ценные бумаги и несколько успешных бизнес-проектов. После развода принцесса Хая, став свободной женщиной, ведет максимально закрытый образ жизни. Она не дает интервью, не посещает светские раунды. Известно только то, что Хая с детьми поселилась в Лондоне. Там она купила роскошный особняк, который обошелся беглой принцессе в кругленькую сумму 85 миллионов фунтов стерлингов. А еще британские СМИ пишут о намерениях принцессы обосноваться в Уэльсе, и якобы она уже купила там недвижимость. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!